Я ничего не буду пить. Не буду пить. Что? Да кто хочет? В основном опыт. На песке, который вы. Почему тишина? Здравствуйте. Вот, видишь, как быстро перечислить. Вот так вот быстро. Я перечислю так сразу. Так, смотрим на меня, обнимаемся. Альбина. Почему там баня такая по-черному? Да,
Она спит? Ну, а тут большая реализация. Ну, возьми фарши с собой домой, как ты делаешь. Он фарш. Которого большого мало. Да, спасибо, слушай, спасибо большое. Не-не-не, надо сделать. Если это такие, действительно пойдут. Я хочу немного. Я хочу. Какое-нибудь так помещение, такое большое. Нет, светорочек. А семья-то я называю. Нет, мне так удобно. Помнишь, что такое полоса? А семья-то я называю. Если я так буду ехать в комитет, то я завтра в Лену Павловича подвижу. Меня туда довезти, а потом на метро приеду. Ну, это вот такой, нет. Андрей Анатольевич, знаешь, как это было? Когда даже до метро не говорили, будет. Спасибо.
Я не знаю. Сейчас у тебя где-то написано. Yeah.
Нет, стол поддержки. А, да, да, да. Эмоции, эмоции. Неа. Что? Неа. Неа. Не знаю. Какой-то черт, мне интересно, да. Типа, да нет, вообще. Клоун, не клоун, но послал его там по всем. И все успокоились. А для нас вот, знаешь, какой бронь?
Мальчишка будет включать. Третий, это только четвертый. Да. Ну, камень, вывозили. За 3 месяца.
Музыка действовала, закивала головой. Поехали. Здрасте, здрасте, здрасте всем, ребят, всем привет. Низов, по-моему, не хватает, не? Нормально? Нормально. Мой сексуальный баритон. Баритонит? На десятый день уже как-то. На десятый день тебе все рано. Это как 10 января, да, примерно? Сейчас я себе чуть... добавлю Бертоно. Ребят, которые там вдалеке с бородой два. Ну, один в смысле. Садитесь к нам сюда поближе. Во-первых, мне вас там не видно ни хрена. Во-вторых, это Гриша, он нормальный, не будет всего. Он из наших, он тут иногда бывает. Поэтому присоединяйтесь к нам сюда. Вот эти двое сидят, они администрация. У них там ложа административная. Вот это в центре. А вы садитесь поближе, по крайней мере, будет нормально побеседовать. Потому что, чтобы я так всех видел, со всеми мог общаться. Не, в лоб, да, тяжело сюда. Так, ну его нафиг, да. Понимаю, ладно, я же хитрый, у меня же радиомикрофон, я сейчас вам второй дам просто и все. Думали, это я это понимаю всегда людей, которые приходят и садятся день сзади, типа, ну нахрен, вдруг там что-нибудь приставать начнут, а тут я тихо в углу. Я для этого специально радио и приношу. Рад всех видеть, вас всех мало, я пока вообще один, как всегда, здесь вначале. Понимаю, десятый день, как сказала стареющее наше поколение, 10 дней праздников – это многовато. Но кто дошел, тот дошел. Это хорошо. Гриш, как себя чувствуешь? Отлично. Отлично. Скажи мне, подожди сейчас. Ребят, что будет происходить? Во-первых, помимо того, что я принес радиомикрофоны, которые я сейчас Грише даже дам, Гриш нам расскажет. Поправил там позу сразу, чтобы открылось. Гриша переквалифицировался из юмористов в йоги. Теперь он этим занимается. Я хочу ему на эту тему задать пару вопросов. Вообще, что будет происходить? Несколько ребят, которые, собственно, зафиналили очередной этап обучения на курсах стендапа, сегодня почитают свои финальные монологи. Я это
засниму на видео, потом украшу, как на этих свадебных видео, футажами. Там будут летать голуби, сердечки всякие, колечки какие-нибудь вертеться. Ну, вот это попса вся с ленточками. Ну, чтобы хоть что-то красиво было. И выложу это в интернет, хвастаться, какие они молодцы. Понятно, да? То есть у них сегодня определенный финал обучения. Они сейчас будут рвать и метать на сцене, а потом мы их будем всех хвалить. Вот, это во-первых. А во-вторых, сначала я со всеми знакомлюсь вновь прибывшими, поэтому честно поднимите руку, я и так знаю, кто у нас первый раз в понедельник. Один, да, все. Вы не первый раз? Мы не здесь. Мы не здесь? Вы это... Дверь... Ну, я, ты понимаешь, я понимаю. Там, блин, кабак был, аренда висит. Там кабак был, аренда висит. Я сам тут ходил, но тут хочешь не хочешь, сюда зайдешь, понимаешь? Все остальное позакрывалось. Но до вас я дойду чуть позже. Гриша, держи. Гриша, расскажи мне. Я все время наблюдаю твои фотки. Ты сидишь, ты уже можешь сесть в лотос. У тебя уже так складываются ноги, как ты там сидишь. Нет. Подожди. Техника на грани Гриши. Да, рассказывай. Ты еще не можешь сесть в лотос? Я, к сожалению, никогда не мог эту позу изобразить. К сожалению. А какие-то еще есть там, они же все называются, какая-то хаванасакра там. Как, я помню, у меня братец, я был мелкий, он меня учил стоять в позе лягушки. Ну, там есть как бы собака мордой вниз. Получилось. Надеюсь. Ну, скажем так, моя любимая поза – это шавасана. Это плашмя так. Да, это просто лег кверху пузом. Еще название есть шавасана, я запомню. Просто в народе называется поза трупа, вот, и очень-очень удобно. Получается. Да, у меня всегда это получается. Я делаю это перед сном, после пробуждения, в обед, после обеда. Вот, да. Скажи мне, вот, ну, как обычно же говорят, была точка А, точка Б, куда уже пришел. Куда пришел? Что открылось там? Дырка в голове появилась? Вы серьезно думаете, это интересно будет? Конечно, посмотри, им этого не хватает. Они 10 дней праздников не могут выдержать. А не то, что сесть в позу трупа летит. Тяжело, а вдруг ты же внесешь? Ну, тогда история такая. Ой, пипец, не, а короче, я чему учил. Одной фразой, 30 слов максимум. Никит, не вмешивайся, ты не йог. В общем, нет, дело в том, что я тоже не йог, просто это был такой как бы выездной семинар по йоге внутреннего тепла. Йога внутреннего тепла, это, если кто-то слышал, то обычно представляют такого старого йога, который в Гималаях где-то очень высоко сидит и сушит своим теплом мокрую простынь при морозе в 30 градусов. На себе. Написал шутку про йогу, понял, да? Не зря прошло, но... Ну вот, и в общем-то... А вы где сидели? Мы живем в северной стране. Вот, я подумал, что это мне пригодится, если вдруг я окажусь в каком-нибудь холодном, так сказать, месте. И ты оказался в холодном месте? Ну, я потренировался, по крайней мере. Где вы сидели-то, расскажи мне? Под лугой где-нибудь? Да нет, это рядом, называется Северный склон. Туда ездят люди на лыжах кататься, и там как бы... Вы лыжников пугали там, сидя в трусах, да? Да, вот, и... В общем, была температура минус 10 градусов, по-моему, я просидел полчаса благодаря вот этим упражнениям, которые я узнал от человека, который вел этот семинар. Семинар этот вел Ринат Султанович Минвалеев, это, в общем-то, преподаватель физкультуры в университете, если коротко сказать. Понял. Вот. Насколько у вас тут был выезд? На день. Ну, скажем так, вечером, утром приехали, на следующем днем уехали. Посидели полчаса в трусах, минус 10. Гриша, а вот вашей всей гвардии не приходило в голову, допустим, на день на субботник сходить там, граблями помахать, ну, мусор убрать, нет? Чем вот сутки сидеть на южном склоне с лыжниками в трусах? Ну вот, блин, я про рациональность времени. Не, это тоже надо. Молодец, Гриша, похлопьте. Да, хвастайся дальше. Я тогда расскажу, в общем-то, ну, скажем так, это очень у меня получилось, всем рекомендую, вот, потому что потом, как бы, научаешься не мерзнуть, вот, да, я какой-то вот... То есть валенки, пуховик нахрен. Да, в холодную погоду, я, конечно, не дохожу до той степени, как, знаете, можно встретить
на улице людей. О, вот я об этом. Которые ходят в футболках и босиком. Нет, это не надо. Вот. Но в целом, как бы, вещь очень интересная и полезная. И как бы, ну, с целью самопознания. А, да. Познал? Да. Что там? Что там? Несколько раз. Что там? Нет, ты герой в таком возрасте. Несколько раз познал, понял. Ты прям, ты мне просто напомнил историю. У меня однажды ко мне на микрофон еще в заводных яйцах пришел чувак в январе, знаешь, такие больничные тапочки кожаные, да, шлепанцы, но больничные. Я ему один вопрос задал. Я говорю, ты в таком виде откуда пришел? Он говорит, с Девяткина. Я говорю, вообще вопросов нет. Все, молодец, все. Но не-не-не, там диспансер. Алкоголь. А, в Девятке на диспансер? Да. Я не в курсе, к сожалению. Какой там диспансер? Ну, и алкоголик. Да расскажи, Никита заинтересовался. Не, он в Новой Девятке. Так, не сбивайте Гришу с мысли. Давай. Да нет, я сбиваюсь. Вот. Дело в том, что я хотел сказать, что я не переквалифицировался, я остаюсь юмористом. Вот, я здесь обязательно выступлю, просто по понедельникам у меня... Ты зиму подождешь, да, чтобы да. Использовать опыт, не мерзнуть. Вот. Так что... Все, мы тебя ждем, Гриша. Да, похлопьте да. Грише за сидение в трусах в минуте. Он молодец. Теперь я им я не пойду, я их знаю давно, все их знают. Я вот и приду к барышне, у нее сегодня замечательное событие. Держи. Хвастайся. Держи. Я расскажу маленькую предысторию. Несколько раз приходила в одиночестве, брала микрофон и все время жаловалась. Какого хрена я хожу сюда в одиночестве? Сегодня пришла с джентльменом. Давай хвастайся. Можно вас попросить, пожалуйста, не рассказывать это, что был до этого. Да я уже рассказал все. Я уже рассказал. Во-первых, во-вторых, тут 80% людей тебя видели до этого. От кого ты скрываешься? Вот Гриша только ему в новость. Он на склоне сидел, занят был. А так-то все знают вообще, о чем речь. И про кофе, и про все истории. Расскажи душещипательную историю про джентльмена. Давай, ну хвастайся, я потом его попрошу рассказать, его видение этой ситуации. Ты расскажи витиевато. Он не в курсе просто всего. Вообще, что он здесь? Нет. Он даже не знает, где он. С кем? И с кем? А с кем он? Ты знаешь, с кем ты? Сейчас спрошу. Страшная ты женщина. Свою позицию расскажи, свой взгляд. Знаешь, вот как-то витиевато. Я пошла, у меня в душе, а потом у него, ну, сходил с бабой в табак. Чё? Да, расскажи честно. Где познакомились? Давай, где? Это не шутки, мы встретились с маршрутки. По номеру 68 мы только сейчас вспоминали, да? Вы прямо сейчас не только ехали? Нет, давно, а сколько? 3 года назад. О, так вы типа, ну, одноклассники. Ну, как бы, одномаршруточники. А что подвигло сегодня вспомнить 3-летнее происшествие в маршрутке и пойти вдвоем куда-то? Да просто мы не виделись давно, и я вот предложила, что давай не будем бухать просто, вот. Тупо, а пойдем мы. То есть вы все эти 3 года тупо просто бухали. И весело побухаем, да? Ну давай культурно побухаем. Молодцы, сколько не виделись с прошлого раза? Ну, вот ты скажи, типа, ты, что ты на него смотришь, не помнишь? В тупо бухали не помню. Хорошо, дай джентльмен. Джентльмен, скажи, пожалуйста, как вас зовут? Андрей. Молодец, Андрей. Вы достаточно живописный джентльмен. Извините, что я представил, ну, такая, как бы, манера, да, но тут все так, свои друзья общаются, вот эти, она не стесняется рассказывать о своих душевных порывах. Андрей, скажите, пожалуйста, вы тоже с ней не виделись 3 года с момента прошлой маршрутки? Я думаю, это 4, наверное. Ну, это свойство женщин, сроки так приплющивать. А я тут спросил, сколько знакомы, да, сколько женаты, и она там, 3 года! Он так, ну, хрен, по год, по-моему. То есть такая, да у нас там вот такой замок, замок в голове. 4 года вообще не виделись, вот с тех маршрут. А как вы в маршрутке тогда координаты друг у друга взяли? Телефоны обменялись, что вы сделали? Да, телефоны. В маршрутке, телефоны? В метро. В метро? Не, подожди. В маршрутке, а телефонами в метро. То есть вы из маршрутки. Типа, девушка, можно я вас провожу в метро? Нет. Мы вместе спускались, да, Вера бежит к поезду, закрывается дверь, ее почти прихлопывает,
но она успевает бежать в вагон. Поезд уезжает, я смотрю на нее, улыбаюсь, она тоже улыбается. В следующий раз мы встречаемся в маршрутке, уже знакомимся. А! То есть вы как бы, у вас был предыдущий ляпсус, она тебе показывала кукиши в поезде, я уехал, а ты не успел, да, а ты, а, это вы девушка из поезда, которую прищемили. Она говорит, я, да, у вас интересные транспортные средства, маршрутка, хорошо, дальше вы встретились в маршрутке, обменялись телефонами, и по версии барышни 3, а по твоей 4 вы не виделись. Да. Сегодня кто первый позвонил? Давай, не честно. Сегодня. Списали. Когда? На днях? Кто первый позвонил? Ты? Да. Че 3 года терпел? А, вот 4. Ну вот подумай, реально, вот нормальный же человек, да, вот у меня такая же хрень, у меня. Вот объясни мне, 4 года ждать, смысл? Почему? Выдержка. Да, как коньяк. Выдержка? Как коньяк. Он ждал, пока не будет. То есть пока на ней 3 звездочки нарисуются, 4, да? В дубовой бочке. Рыжая заодно. Все. Должна быть крепкая, какой. Хорошо. Дождался, позвал. Кто сюда сподвиг? Она? Да, сюда. Да, а ты куда звал? Ну куда, честно, куда ты романтичный звал? А это что, буфет, типа, да? Нет, другой. На, какой другой? Здесь как? Нет, посоветуй мне романтичный бар. Я не знаю, куда тех позвать, которых я через 4 года вспомню. Я не знаю, по барам вообще не хожу. А куда звал тогда? В бар. Какой? Не знаю. Любой. А, пойдем, типа, просто куда попал. Ну, ты хоть погуглил там Рубинштейна, что-нибудь? Рубинштейн. Погуглил, да? Ну, правильно, я же так же делаю. Что мы будем смотреть? Все делают так же. Гуглим Рубинштейна еще по запросу, куда сводить девушку. Ну, вот это все. Все фигня. Ну, какой выбрал там? Давай я схожу потом. Там какой выбрал? Я не помню, как называется. Ну, там есть пинаколада. Пинаколада есть. Ну, видишь, дама тебя увидела. Надеюсь, не пожалеет. Совет могу дать. Плавать умеешь? Там, это внутряк. Умеешь плавать? Молодец. Все. Шансы выросли на 200%. Походьте. А она тебе потом расскажет, что я ее люблю. И вот ты как видел, как ты заметил, все, кроме Гриши, который сидел на споре, тоже в курсе. Так, ребят, привет, которые не здесь. Барышня, приятного аппетита, ешьте. Вы на моей памяти 178-тысячный цезарь, который здесь ест девушка. Но это приятного аппетита. Молодой человек, живописный, с бородой. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Ричард. Король. Сейчас посыпят юмором, понимаешь, да? Все, спросят, где твой конь, латы, меч, тыры-пыры, львиное сердце добавят. И так далее. Это шутка для тех, кому за 50. Подожди, ты себя в зеркало видел? Это наша с тобой шутка. Я тоже крашу седину. Иногда у меня парикмахер в отпуск ушел. Скажи, пожалуйста, Ричард. А я, кстати, к этому еще могу вообще. Сейчас, как выпендриться эстетски. Где твой Айенго? Это вообще только для Никиты шутка, понимаешь? Только он читал Айвенго и знает, что он был оруженосцем Ричарда Львиное Сердце. Он был рыцарем. Молодец, Никита! Расскажите ему про девятки. Скажи, пожалуйста, чем занимаешься, Ричард, с таким именем? Вот чем можно в Питере с таким именем заниматься? Мышлением. Это понятно. Ты вот это... И это не шутка. Нет. Ты, это твой основной... Ты сидишь, думаешь, тебе за это платят? Да. В какой сфере? Давай нишу расскажи мне, мне интересно. Мышление, как мышление? Методология мышления. Как мы думаем? А, можно вопрос? Ты сам это продаешь или ты просто на кого-то работаешь? Сам продаю. Получается? Да. Прям как вот ты это делаешь? Индивидуальные консультации. Не, как ты их продаешь? Технологии мне расскажи. Прихожу и рассказываю, где у людей проблемы. Нет, как ты бабки сначала получаешь, а потом идешь рассказывать. То есть откуда у тебя берутся клиенты? Вот такой тупой вопрос. В
сначала, да, рассказать, где проблема, а потом человек сам приходит и говорит, ой-ой, а как же это решить? Ну, я таких чуваков видел, кстати, в 90-х, только они еще с книжками ходили. Да-да-да. Приходили, там, у вас проблемы. А один раз мне, у меня, кстати, ты не, у меня приятель есть, который этот самый, ну, моими, как это сказать, как это, не провайдер. Короче, кто заведует моими доменами, как этот перец называется? Сисадмин. Ну, не, он не сисадмин, то есть он просто их продлевает, ну, следит вот за этим. Хостинг у него, вот, у него хостинг. У него хостинг, он занимается вот этой фигней. Однажды он мне заявляет, ну, примерно вот так. Говорит, капитан, у тебя, мы с ним в кафе сидели, он говорит, у тебя проблемы, я говорю, я знаю. Он говорит, хочешь, я тебя свожу вот к таким людям? Я говорю, давай. Ну, мне любой кипиш, мне прет просто куда-нибудь вписаться. Я говорю, давай. Встречаемся на Балтийской, он меня ведет в какое-то здание, бывший институт такой, 7 этажей, бетонная хреновина на улице Ивана Черных. Между Нарской там, заходим на лифте, заезжаем на первый этаж, на верхний этаж, я ухожу в фойе, а там ёхарный бабай, Рон Хаббард, тырдым-тырдым, книжки, стеклянные витрины. Тут же ко мне побежала какая-то баба. И говорит, хотите стать счастливым? Я говорю, ясный перец. А говорит, вам надо заполнить вот такую простыню. 250 галочек поставить. Я упертый, я 2 часа оставил 250 галочек. Она взяла эту простыню, куда-то с ней убежала. Говорит, у нас там компьютер и интеллект, сейчас проверим. Прибежала, там какие-то графики, она начинает мне в них тыкать пальцем. Вот тут проблема, тут проблема, вот тут проблема. Я говорю, согласен, что делать? Она достает брошюру. Купите у нас брошюру за 700 рублей. Я говорю, что? Станете счастливым? Я говорю, слушайте, у вас там по коридорам человек 700 счастливых бродит, ёкарный бабай. А они все книжку купили. Не только. Вы еще можете потом за 4000 пройти наш тренинг и станете еще счастливее. Я говорю, девушка, знаете что? Ха, у вас классный шоу-бизнес. Но дело в том, что я примерно такой же хренью занимаюсь, только на другой аудитории. Я вас поздравляю, вы молодцы. Она обиделась очень сильно. Ну, я даже своя. А этот перец, который меня туда привел, он куда-то затесался в толпу счастливых и пропал. Я его даже искать не стал, пусть там бродит где-то. То есть я благополучно вернулся домой. Но вот это люди, которые вот сами сначала приходят. То есть ты тоже сам приходишь? Нет, я жду. Ну, мудро, вон, знаешь даже, как это делать, можно сесть, а лучше лечь на склоне, там лыжники, а ты, у вас проблемы, и подъехал. Хорошо, давай один вопрос, но пока ваша барышня еще, любовь? Конечно. Или проблемы решаешь? Ну, мало ли, у тебя выездная сессия по коучингу. Смотри, как она развеселилась. Короче, ты, по-моему, с решением проблем накосячил там, увеличил слегка, нет? Или я наоборот? Пока не успел. Как зовут барышня? Как зовут? Александра. Сашенька, скажи, пожалуйста, ты его первый раз видишь, честно? Нет. Нет? Давно ты так с ним ходишь поесть? Да. Да нормально? То есть ты его терпишь, он сносный? Да. Ну класс, сколько уже? Давай, 3 года? 2, 4, как у тебя? Сколько длится? 5 лет. 5 лет? Ричард. У вас сердце льва, ёкарный бабай. 5 лет дама ходит с вами есть. Со мной никто не ходит. Вообще, за 53, скоро 54 года. Спасибо, пригласи. Ребят. Пригласи. Чё? Пригласи, говорю. Кого? Меня. А муж твой? Оля, это вот проблемы решает там. Я проблемы не решаю. Спасибо. Похлопьте Ричарду за мужественное это самое поведение и особенно отдельно за фразу «это шутка за тех, кому, для тех, кому за 50». Молодец, врубается, что, о чем речь и что такое, собственно говоря, этот самый. Как я сказал, как его зовут? Айвенко. Айвенко, да. О, Петя тоже. Ну, Петя, я фильм смотрел. Да, Петя, это знаешь, легенда, я однажды видел забавную беседу в интернете. Один спрашивает, ну, кто-то там в чате, и кто-то пишет, а кто такой Корейка? И ответ, ну, это такой бухгалтер из фильма. Он умел быстро цифры перемножать. Вот пипец. Человек вроде в теме, но это все познания господина Корейка, которые у него имелись. Но он каждому свое. Ребят, на этом мы заканчиваем. Давайте похлопайте сами себе все. Молодцы, что пришли. Ричард, может, ты созреешь сюда пересесть поближе? Ну, ладно.
нормально, нормально. Сашенька, ешьте, питайтесь, кушайте, трескайте витамины. Я однажды видел, как человек питается. Я мне рассказал, я видел, как человек питается. Не ест, не жрет, не хавает, а питается. Вот это шведский стол в Египте, ну вот туристы, да, шведский стол. Сидит один черт, у него такие бицепсы, там прям крещатки будут лет через 10, да. Посидишь там еще на горе. Бицепсы, все, он в майке, он накачанный, он один за столом, у него целый стол всяких говняшек в каждой отдельной тарелочке. А, ну вот как наши бабы там, но наши бабы просто все тянут полными тарелками сразу оттуда. Тянут пирожные, горы. А у него все. Да, а у него все в отдельной тарелочке. Масло, булка, там, крин-крин, йогурт, шмогурт. И вот он это все, вот он булочку разрезает ножом. Он открывает эту пердулу с маслом, выковыривает. Он мажет масло, потом мажет джем. Вот сука, человек не ест, не жрет, не хавает. Он, у меня такое ощущение, что он сидит и просто употребляет жиры, белки и углеводы. Вот. Чувак просто занят серьезным процессом. И он там сидит, оно у него, он там расщепилось, не расщепилось в организме, анализирует, такой, сука, химический какой-то прибор по перевариванию пищи. Ну вот человек занят делом. Вот, поехали к нашим ребятам. Кто у нас пойдет первый? А, Егор первый пойдет, единственный мальчик в нашем четырехном коллективе из трех девочек и мальчика. Зовут Егор, в данный момент он находится вдалеке, и именно это позволяет мне даже включить ему музыку на выход, поскольку в лице диджея сегодня тоже я. Петя, а ну вспомни, откуда? Давай сейчас на эрудицию. Ричард и Петя, извини, Егор, ты пока выпусти пар. Главный режиссер Александр Огуреев. В роли кулака Пахома Александр Огуреев. Ответь сам. Кортик. Ага. Помнишь? Ну да. Театр во дворе. Автор пьесы. Чувак сам выступал про себя. Ведущий Константин Критан. Диджей Константин Критан. А кто написал книжку «Кортик»? Иди отсюда. Александр Огуреев написал. Да, да. Константин Капитан. Поехали. Ну да. Опа! Йоу! Сейчас я тебе микрофончик включу. А хочешь, я тебе радио дам? Хочешь, я тебе радио дам? Это я пока выключил. Радио хочешь? О! Сегодня в это, пусть будет, дам радио сегодня. А то обычно роняют, бьют, ломают, а сегодня дам праздник все-таки. Давай, Егор, поехали. Ну, потыкай там. Раз, раз, нормально. Всем привет, всем привет. Классно. Сегодня у меня коротенько. Сегодня, спасибо, Никита, но можно уже закончить. Надо отбивочки как сделать, отбивочки, а то под я Коко Джамбо как-то хиленько выходит. Подожди, я сейчас из своей диджейской молодости тебе говорю. Да. Да, такое. Давай, жги. Окей. Так, сегодня у меня про супермаркеты. Охранники магазина игрушек следят за посетителями с помощью видеоняни. Охранник в Пятерочке был такой старый, что его списали как просрочку, и кассирша Света забрала его домой. Но он быстро завонял ей квартиру, и пришлось отдать его дворовым собакам. На кассе в магазине была такая длинная очередь, что она высвечивалась в навигаторе, как пробка в 10 баллов. Охранник с надписью на спине «Спарта» был такой дохлый, что стало ясно, что в «Спарте» перестали скидывать хилых детей с обрыва. Он был... Он был настолько немощный, что зимой не мог самостоятельно зайти в магазин. Его сдувало тепловой завесой. Да... И на его бейджи под именем предусмотрительно были написаны годы жизни. Хорошо. Стараюсь. Все благодаря тебе. Два охранника ленты, которые мечтают работать в полиции, догоняют воров на тележке с мигалкой.
Но от них очень легко уйти, если просто бежать по прямой. Ведь что самое кайфовое в управлении тележкой? Правильно, входить в повороты с заносом. Серега, ты куда повернул? Он же прямо побежал. Прости, Валера, я не смог удержаться. Это был мой любимый поворот. Охранник старался следить за посетителями магазина максимально незаметно. Но надпись «Охрана» на костюме бургера его выдавала. Да, и напоследок история из жизни. Как-то стою в магазине, очередь, время 21:55. Сзади идет мужик с двумя бутылками шампанского, его начинают все пропускать. Ну, чтобы успел купить. Я тоже его пропустил, но в голове у меня остался вопрос. Откуда он взял две бутылки шампанского в детском мире? Но потом я нашел ответ на этот вопрос. Это был отдел для будущих мам. А шампанское для кошек. Всем спасибо. Приятного вам вечера. Прекрасная публика. Вау! Царапа сокращал нам какие-то, я смотрю, вещи со вчерашнего. Всю историю с пивом без очереди и Ларисой поубирал куда-то. Но, а единственное, что родилось, может быть, не годы жизни, а группа крови. Ну, хрен знает, это я не советую. Да? Ну, что обычно пишут? Не две бутылки шампанского, а две бутылки водки я отдел для пап. Для будущего. Это ты размечтался просто сделать такой отдел для пап, в конце концов. Знаешь, у меня и был такой отдел, мне очень нравилось. Вот я люблю очень наблюдать за социальной жизнью, да, людей. Вот у меня вот эта стандартная двухэтажная стекляха на ветеранов, продовольственный магазин. Справа, блин, была пустая поляна в советское время. Построили рынок овощной. Овощной рынок, куда ходят все тетеньки, мамочки и женщины нашего района за огурцами, блин, туда. Умные люди в торце открыли вот такую помещуху разливуха. Я там иногда пил пиво периодически, сидел, там было всего 4 стола. Но столы там нахрен были не нужны, потому что туда заходили люди, тети, мамы и жены, которых пошли за огурцами. Они заходили, высыпали, им тут же насыпали 100-200 пластиковые стаканчики конфетку, они тут же у стойки. Пошел за луком. И все. Вот это был отдел для пап. Очень грамотно был сделан. Постоянный поток теток, ну согласись, нахрен нам туда ходить, да? Говорит, да, дорогая, я покурю туда. И вот очень кайфовый, по-моему, рынок был. Поехали дальше. Оля! Кто у нас пристроил? Первая. Алена, да? Алена, давай, да, давай разбавим его цинизм истинной петербургской лирикой. Алло, поехали. Я тебе дам радиомикрофон. Че, хочешь такой? Давай, поучись, уже пора. Красивая песня, кстати, для тебя. Да. Разомнись, как Миша царь, помнишь, он выходит на сцену и сначала начинает танцевать, а потом читает текст. Поехали, алло. Здрасте. По бумажке. Хочу рассказать, как провела отпуск. Недавно вернулась из Кисловодска. Была в санатории вместе с дочкой. Познакомились там с ребятами. Они говорят: пойдемте с нами в термальные ванны купаться. Там ночью звезды видно. Было классно. Купались в бассейне под открытым небом. И правда была звезда. Звезда Ютуба с рынка. Продавщица Сулугуни. Я как зашла в открытом купальнике в термальный источник, думаю, ну, надо же, странные эти какие мужики, такие стеснительные. Стоят все красные. Оказалось, вода кипяток. Не сравнить с нашим бассейном в Питере. У нас вода такая холодная, что чернокожие студенты из Нигерии бледнеют, синеют и делаются мулатами от хлорки. Ребята из санатория говорят: пойдемте в горы, там чудесный вид. Уже на другой день мы с трудом забрались на самую высокую вершину горы и осмотрелись вокруг. Вид был хороший. Но его полностью загораживали облака.
Туман был такой, что можно было его накладывать ложками в стаканчики вместо кислородного коктейля. Зато я поняла смысл песни. Для тебя рассветы и туманы, для тебя моря и океаны, для тебя. Ну и еще. А я еду за туманами. За туманом. Простите. Казалось, когда идешь в гору, любую вещь можно так уронить, что потом ее фиг поднимешь. Поэтому надо все к себе привязывать. Вот я привязалась к одному человеку. Когда шли в гору, мне не хватало воздуха. А в рюкзаке наоборот. У меня было много лишнего. Поэтому я ползла, как улитка, у которой все с собой. Бутерброды, вода и книга. Выживание в условиях дикой природы. Продолжение следует. Мужики, покорив вершину, были возбуждены и прыгали от счастья. Мужики вообще такой народ, просто любят, когда они сверху. Жаль, что после того, как они узнали, что Василиса моя дочь, сразу перешли со мной на «вы». Люблю активный отдых, ходить в тишине по горным тропам, слушать пение птиц и такое уединение. Вот уйду далеко в лес, заберусь на самую высокую гору, а там блогеры прыгают, поют, видео для ТикТока снимают. Всех птиц распугали. Экстремалы, которые ездят по горным, по горам на великах, это вообще извращенцы. Половину пути он на велосипеде, вторую половину велосипед на нем. Чтобы получить удовольствие и проехаться с ветерком, ему надо долго и нудно тащиться наверх. А если он решит покататься без рук, то будет потом всю жизнь кататься без ног. Если бы он работал в доставке еды, возможно, еда подавалась бы в виде блинчиков с отпечатками протектора. Люди за 2 недели в санатории хотят вылечить все болезни, которые накопились у них за последние 20 лет. Поэтому они не упускают такую редкую возможность, как микроклизма. Теперь я знаю, как выглядит лицо человека, которому только что сделали микроклизму. Оно проясняется. Грязи лечения оставила неизгладимый след в памяти и на моих джинсах. Тамбуканские грязи помогают от артроза. Уже после первого сеанса применения грязи нога совсем не болит, такие они вонючие. А руки после этих грязи пахнут так, как будто Бобби сдох, и я пыталась скрыть улики, закопать его в чернозем. В магазине я купила целую банку грязи, чтобы везти домой. Главное, дома не забыть ее хорошенько спрятать от мамы. Тут скажет, фу, какая-то грязь, надо ее выкинуть. Интересный продукт – мыло с грязью. Залипла на него, думала, а вдруг мне захочется кого-то так отблагодарить, так, чтобы заодно смешать этого человека с грязью. Все-таки купила мыло с грязью, крем с грязью, зубную пасту с грязью. Еще мы с Василисой выбирались на экскурсию. Была в Чегемском ущелье. Такой красоты вы нигде не найдете. Водопады, горы, чистая шерсть, козий пух. Потрогайте. Мягонько такая. Немного лезет, потому что от козла. Настоящий козел всегда лезет, когда его туда не просят. Дороги слушали экскурсовод. Глубина ущелья 395 метров. Я вам покажу, где сделать фото так, чтобы оно не стало последним в вашей жизни, иначе для меня это будет последний день на работе. Один раз экскурсия поделилась на 2 группы. Кому стресс снять? На винзавод, а кому грехи замаливать? В монастырь. Странно, что те, которые ушли в монастырь, вернулись обратно, а вот с винзавода 2 не досчитались. Скорая помощь.
Че, на такой трагичной ноте закончил ты? Двое погибли в горах. Финал, да, оптимистичный. На отдыхе некоторые женщины, как перезрелые фрукты, отдаются по сниженным ценам. Вот, вот. А мужики, как ранние овощи, идут на расхват и всегда в цене. Молодец! Аплодисменты! А ну что это за финал? Все сдохли. Поехали! Молодец! Фрукты, овощи и мужики на расхват. Надо ехать в Кисловодск, по-моему. Пятигорск. Пятигорск. Ну куда ты там? Особенно мне. Да. Так, ребят, едем дальше. А, Надя, ты или тебя за финалем мы тебя философски? Давай, Олю. Оля, иди, сейчас ударим по Алёниной лирике твоей жести уже жизненной. Это Оля. Больше ничего говорить не было. Радиомикрофон осилишь или тебе тот включит? Тот включит. Сейчас. Сейчас подключу. Ну, давай, говори. Здравствуйте. Вот, все другое дело. Знаете, у меня тоже светящееся лицо, хотя я никак клизму не принимала. Чё-то я просто еще не знаю. Где была эта инструкция? Я начинаю. Диджей сидел. Алло, ты рецепт. Давай, поехали, Оля. Вообще, на самом деле, несмотря на мое светящееся лицо, у меня очень грустная история. И жестить я сегодня не буду, как обычно. За последние 2 года я очень растолстела, и это для меня большая катастрофа. Эх, соседи меня не узнают, не отдают долг. Я уже рассказывала, когда я вхожу в лифт, то там сразу показывают перегруз. И вызываю я себе не грузовичков, ой, простите, не литровичков, а грузовичков. Потому что грузовичков меня не тянет. Трудно жить с лишним весом. На прошлой неделе пошла в массажный салон. Дверь была узковата. И меня с моими габаритами мне пришлось сходить боком. Да и то без помощи швейцара, который меня буквально втолкнул, я бы не вошла. Пока он меня впихивал, я получила халявный массаж выпуклых частей тела. А швейцар на халяву меня полапал. Если бы я была бы еще толще, то он наверняка вынесла бы косяк. Зато когда я увидела администратора, я так обрадовалась. Он был гораздо толще меня. Я решила пошутить. Подхожу к нему и говорю: ой, говорю, у вас такие замечательные подтяжки. Это за вас? За них поднимает кран, когда поднимает вас в окно, как рояль. Иначе в дверь же вы не проходите. А он говорит: девушка, если бы вы жили во время Рубенса, то вас он наверняка бы захотел бы нарисовать. Но картину пришлось бы поднимать на кране в Эрмитаж, потому что в маленькую рамку вы бы не поместились бы, а большую рамку пришлось бы только запихивать через окно. Ширма мое тело не закрывала, были видны бока. Я попробовала ее растянуть, но порвала. Теперь мне можно было лицезреть всю. В кресло сесть я даже не пыталась. Стояла, раздевалась стоя, балансируя то на одной, то на другой ноге. Вдруг я увидела картину Айвазовского. И вдруг я поняла, с чего он нарисовал парус. С моих больших трусов. Полотенце, которое мне дали в массажном салоне, было слишком маленькое. Я им не могла бы укрыться. И я говорю:
Послушайте, у вас после 1 мая остался висеть флаг на улице. Принесите мне его. Он не подошел. Мне дали одноразовые трусы на резинке. Они лопнули с треском, еще когда я натянула их на колени. Улетели в другой конец кабинета. Я грустно проводила взглядом летающие трусы и поняла, что они мне напомнили рогатку. Когда я легла на массажный стол, то при первых массированиях ножки его заскребели и поломались. Тогда мне предложили лечь сразу на две кушетки. Там я едва поместилась. Но лежать было очень неудобно, потому что не было дырки для головы. А из-за моих габаритов на меня истратили все масло, которое имелось в массажном салоне. Пятки мне уже до масла были сливочным. Я почувствовала себя булочкой. У массажиста были такие длинные волосы, что когда мне массировал ноги, то щекотал мне пятки. Нога непроизвольно дернулась и попала ему по лицу. Тут я поняла, почему у массажиста такой кривой нос. А еще подумала, бодибилдеров наверняка массажируют лысые. Не дай бог что. Во время массирования с меня слезло столько кожи, что уборщица потребовала чаевые. Когда я выходила, то кроме двойного тарифа услуг, мне пришлось заплатить за массажный стол, сломанную ширму. Не пойду больше на массаж. Вот так тяжело жить толстому человеку. Но есть и положительные моменты. Пока я не растолстела, я так и не знала, сколько извращенцев любят полных женщин. Отчего так хорошо? От того, что в мире много извращенцев. Отчего так хорошо? От того, что Оля любит извращенцев. Все, спасибо. Кстати, фу, отстрелялась. Ты мне скажи, вы не с Аленой репетировали сегодняшние монологи? У вас почему-то песни в репертуаре появились. У обоих вообще этого не было в плане. Ну, а запели что-то. Не, ну это хорошо, разнообразите жанры. Вообще разнообразие жанров – это самая крутая хрень в эстраде. Просто сейчас никто уже не знает, что такое эстрада вообще, да? Как-то все разделили на куски. Молодец! Потом тебе скажу нюансы. Надя, ну чё? Выход, барышня, постоянно меняющийся имидж в виде шляп. Не могу это не отметить, хотя в последнее время заметилось постоянство в кепке. Ты, видимо, утвердила от себе такой имидж. Поехали, Надежда. По-взрослому сегодня. Привет. Я вижу на каблуках, прям я занял тут в этом самом, в забудыхании. Хочу сегодня о наболевшем. Долго думала, какую тему взять, и не могла никак определиться. Тут мне подсказали немножечко, я по поводу... Сбилась с мысли. В общем, думала по поводу тем, и мне стали накидывать, естественно, там друзья, знакомые, что попробую про это, а про то. Я задумалась, а что же меня вот вернулось к истокам. Первый вопрос, который себе, как наш мэтр учит, задаешь себе в выборе темы, это что тебя бесит? Ну вот, и я как-то поковырялась, поняла, что меня бесят бабы.
Ну вот бабы бесят меня, реально. И что-то я так подумала, откуда это вообще взялось-то. Порылась в памяти, оказалось, есть откуда. Вот, тема обширная, большая. И не только на отчетник оказалось, что надо было бы раньше бы к ней приступить. В общем-то, тогда бы у меня сегодня был вообще фуфугор, наверное. Ну а так попробуем, ну, с тем, что есть. Значит, задумавшись о женщинах, я поняла, что есть несколько видов, типов, там, не знаю, каких-то вариантов, проявлений, в общем. И есть два, как для себя, это вот, ну, рассказываю о своем, о замеченном. Есть дамы, которые решили, что они родились с мужскими качествами, не до мужчины такие, да, словно вот с яичком. И вот первый такой, самый яркий тип проявленный, конь с яйцами. Если не я, они же сдохнут все без меня. Что же они будут делать? Муж алкаш, конечно же, не сможет пить на диване лежа. Естественно, он же сдохнет без меня. Свекровь, которая уже старенькая, ей же уже 50. 50 уже бабушке. Нужно же помогать. Детям с внуками нужно обязательно квартиру побольше купить. Они же не справятся. Куда же, они же маленькие еще. Если 30-летним сыновьям, реальная история, жаловалась тетенька одна такая, суп с котлетами не разогрела, на стол не поставила, то они в холодильнике не найдут. Так и останутся до вечера голодными же просидят. Понятно, что у таких дам личной жизни нет. Начиная от увлечений, хобби каких-то, интересов вообще, естественно, заканчивая отношениями с мужчинами. И даже вибраторов при кроватной тумбочке не наблюдается. Естественно, мужиков нормальных нет, всю жизнь плохо, нужно все самой, я и лошадь, я и бык, это все туда. Следующий тип. Я же мать. Ох. 180 баночек огурцов закрутила. Все ведь зимой хотят полакомиться, все же любят огурчики. Но если не съедят, соседям предложу, они же тоже голодают. Баночки верните. 40-летний сын в гости приходит, даже если он приходит с женой или с девушкой, которая совсем вот недавно, девушка не в курсе, что у него такая мамочка, она на шею бросается. Сыночка, детонька моя! Вот я не понимаю, то ли она его хочет, и вот прямо здесь, в коридоре, на пороге сосет, то ли словно отыгрывает, вот проживает шок от того, что она его прямо только что, маленького своего детоньку, из-под колес машины дернула и спасла. Непонятно. Вот такой женщины, как правило, все бабушки, ни мужа, ни сына, то есть двоих сыновей, по факту, отпускать без привязи нельзя. Никто, кроме мамы, не будет тебя любить так. Естественно, муж тряпка, сын досидин с мамой живет. Это нормальная ситуация. Потому что сыночка не может найти идеальную. Ну как же, мама же лучшая, идеальная женщина. Третий тип – жалостливая. В мире столько горя, как я могу быть счастливой? Работает, естественно, на трех работах, денег не хватает, чинит китайские сапоги уже третий раз. Но самая большая задача, это же на тренинге спросить или на каком-нибудь семинаре, который она довольно часто посещает, не довольно, а постоянно фактически. Скажите, пожалуйста, вот у меня брат наркоман. Вот что же делать? Как мне его спасти? Ведь если она не будет его спасать, то он же не сможет наслаждаться путешествиями в иных мирах. А то, что у брата виртуальная жизнь, путешествия, там, друзья, семья уже виртуальная, что у него
счастье там. Он вот наслаждается жизнью. Это, в общем-то, ее особенно не волнует. Она думает, что надо спасать, бежать быстрее. Донести до этой женщины, что человек счастлив, что все хорошо, это его выбор, невозможно. Там же просто кол в башке. Еще вариант у такой женщины. Маме надо помочь. А то третий сожитель не работает, а у него пенсия маленькая, на двоих же не хватает. Кошек спасает, собак спасает, детишек обязательно. Спамит в соцсетях. Помогите собрать денег на операцию. Нужно пристроить Васеньку. Вот Бобику нужна новая семья, добрые руки, помогите. Следующий тип, не тип, а как бы категория. Женщины, которые все-таки думают, что они женщины. Но другой закос. Они считают, что раз родились женщинами, они богини. И значит, в такой, один из типов в такой категории – духовная странница. Естественно, йога, учение в Блаватском, сухое голодание раз в неделю. Она все знает, она лучше всех понимает, что нужно делать в этом мире. Иначе благодать не сойдет на вас. И вегетарианка, естественно, или даже фрукторианка. Ем плоды, только которые сами на землю упали. Этот фрукт сжалился и решил пожертвовать свое тело на мое пропитание. И только в этом случае я могу позволить себе его вкусить. Секс – это же грязно, мерзко. Только тантра, только нежные взаимодействия по чакрам должны быть созвучны. Танцы в длинных юбках, топлес под луной с подружками. Мужчины только эстеты с утонченными длинными пальцами созерцательны. Только их можно пустить раз в 3 месяца в круг на Лысой горе. Следующий тип – это проститутка-мученица. Не могу получить удовольствие от общения с мужчиной. Запрещаю себе удовольствие. Поэтому приходится дружить с продавцами из красно-белого. Зато знаю все акции и скидки. После бокала красного становится немного легче. И когда встречаешься с такой девчонкой, обычно возникает периодически. Ой, девочки, у меня вчера такое случилось. И даже не знаю, так неловко, но хочу вам рассказать. Занималась сексом в лифте с незнакомым мужчиной. Потом рассказывает, что ее психоаналитик, который ведет уже 15 лет, заявляет, что ей бросать пить нельзя, потому что в ее случае алкоголь – это анестезия от жизни. Ну вот, и в решении вопроса разрешения себе все-таки каким-то образом расслабиться, она признается, что «Витькин, конечно, меня простите, но вот я скорее от сосучим позволю себе сделать куни». Тут я проснулся даже. То есть на этом моменте я... Типа, что такое? Где дают? И в этой категории последняя на сегодня – это альфачка-охотница. Ну, это такая женщина, которая, девиз которой – «Если я хочу этого, то это будет моим». Ну и, соответственно, пилон, байк, крепкие сигареты – это все про нее. В офисе такая женщина обычно курит с мужчинами, ржет как конь, чешет в причинных местах. И это приемлемо, и она почему-то нравится. Все другие женщины думают, что ну ты просто вот стерлядь, вот дрянь последняя, а мужчины кайфуют с нее. Торчащие соски, жаркие взгляды в компании с мужчинами. Кольца – это же условность. Живем один раз. За общим столом на шашлыках подружки. Дорогая, тебе так повезло с мужем. Смотрит на ее мужа, конечно же.
И будьте уверены, что через полчаса она его обязательно будет прижимать в туалете. У меня все. Спасибо. Вау! Такой прям экскурс. Куча советов и лайфхаков. Надежда. Кирпич бросить в тебя, в огород твой, вот, пятиместный, сколько у тебя там типов женщин было, пять? Шесть. Шестиместный твой огород, кирпич бросить? Когда ты задаешь вопрос, ты уже подразумеваешь, что ты... Нет, я могу отказать себе в этом удовольствии. Я накладываю вето. Вся. Кирпич отняется. Ребят, а похлопайте тем вот счастливо. Счастливо, Ричард, заходите, еще будет время. Это тоже нужное дело. Девушка, дукамин все-таки. Ребят, тем, кто сегодня четверо мужественно вышли, но сейчас еще двое мужественно выйдут. Я такой, Никита, Игорь, почитайте, что свое вне рамок мероприятия, просто для себя. Поехали! Так сказать, в форме вольных стрелков. Игорь Зайцев, давай! Тебя уже все по фамилии знают, тебя, по-моему, Игорь скоро перестанут называть. Поехали! Что, литературное чтение продолжим? Ну, да. Заметил, все стали с листочками, как я. Портфель надо закупить, я что, желтых. Сегодня поговорим про семейные отношения. Тут говорили 3, 4, 5. У нас с женой 21 апреля было 20 лет свадьбы. Не слышу аплодисментов. На самом... Да мы даже таких мальчиков, видите, как одинаково. На самом деле не 20 лет, 20 лет это официально, на самом деле 22 светильком, но все же круглая дата, решили отметить, сняли номер в спа-отеле, приехали, заселились, первым делом бассейн, саун, попарились, помылись, залезли в бассейн, когда залезали в бассейн, вода была 27 градусов, тут набежали люди. Ну, в основном взрослые, купаются, веселятся, резвятся. Мы же выходим из бассейна, я говорю, слушай, смотри, температура воды уже 29, что такое? Она говорит, это потому что взрослые как дети, резвятся в бассейне трусачки. Ладно, вообще мы с женой любим путешествовать, были в Таиланде, вокруг полно симпатичных тай, бегают, щебечут, подмигивают, экзотика. С разрешения жены предложил одной тайской девушке сыграть в карты на раздевание. Выиграв, я не только полюбовался ее грудью, но и с удовольствием померился с ней писюнами. Сейчас работаю дома. Жена стала нагружать разными обязанностями. Ведро вынеси, посуду помой, с собакой погуляй, котов накорми. Но это еще ничего. Попросила постирать белье. Взял инструкцию из стиралки, читаю, в ужасе звоню супругу. Марин, я не буду, говорю, в ней стирать. Мне толерантность не позволяет. Он говорит, почему, что такое? Я говорю, стиральная машинка как расист, для цветных отдельно лежит. Она мне стирает давай. Но вообще-то она у меня хорошая, добрая, покладистая. Но иногда приходишь ночью домой с бутылкой, на веселье она разъяренная встречает. Ведь жена в гневе, как стиральная машинка. Сначала покрутит тебе мозг, потом прополоскает извилины, затем выжмет все жизненные соки и напоследок высушит твой скальп. Кстати, недавно заметил, у меня стали расти рога на спине. Ничего себе, думаю, у меня жена выдущится. Как-то подслушал разговор с супругой с подружкой по видеосвязи. Подружка спрашивает, ну как твоя сексуальная жизнь? Твой-то уже не молодой жеребец. Моя в ответ. Муж в постели как граната. Только дернул за чеку, сразу взрывается. Ну, думаю, так ты перед подружкой выставляешь. Ну, погоди. Говорился с другом.
Решил разыграть жену. Вышел с ним по скайпу на видеосвязь. Сижу за компьютером, болтаем всякую хрень. Я, между прочим, в щелочку смотрю. У меня так мониторчики. Смотрю в мониторчики, когда жена подойдет. Говорю, подошла. Я дружку сигнализирую, он так громко. А у тебя сексуальная жизнь. Как? Ведь вы столько времени вместе. Пойди сразу чувствуй, пойди чувства притупили. А я, жена в постели, как мороженое. Только лизнул, сразу потекла. Думаю, задел. Смотрю, она довольная пошла. Наверное, это комплимент для нее был. Но я с другом быстро распрощался, поспешил благоприятной ситуацией воспользоваться. Ну, в общем, все нормально получилось. Лежим с женой в постели после минуты бурного секса. Каждый под своей капельницей. Размышляем о вечном. Она мне: ну что, писатель, романы-то свои пишешь? Я говорю, пишу. Смотри, говорит, интересно пиши, разнообразно. Я говорю, а что такое? Да, говорит, однообразные романы писателя, как секс старых половых партнеров. Даже коты зевают. И на наших котиков зевают. А я и парирую. Да и не говори. Скучная книга, как супружеский секс. Засыпаешь на втором абзаце. Меня друг Димка спрашивает иногда. У тебя, Игорь, тайные желания возникают? Я говорю, а как же возникают? У меня тайное желание сходить налево. Но слева все время ходит жена и отпихает меня локтем в бок. С недавних пор стал выступать на открытом микрофоне. Стали с женой иногда смотреть по ТНТ стендап. Она мне говорит, вот смотри, есть мужской стриптиз, есть женский стриптиз. Все вроде логично. А в стендапе есть просто стендап, где мужики выступают. И есть женский стендап. Что-то, говорит, нелогично. Если, говорит, если мужской стендап просто стендап, то для женского стендапа тоже надо придумать какое-то одно слово. Давай, говорит, придумывай, а то я спать не буду. Я понимаю, что если сейчас название не придумаю, ночь бессонная обеспечена. И выпаливаю первое попавшееся пришедшее на ум. Женский стендап – это стендап. Смотрю, успокоилась, засопела. Вот так и живем. И напоследок немного о политике. Судя по действиям властей, к 2061 году хотят ввести крепостное право. Но процесс идет с опережением. В заключение, не кидайте юмориста помидорами, он шутит так, как научил его капитан. Именно этой фразы я ждал. Фотографии, объятия, аплодисменты. Так, кто хотел еще почитать? Не, а Никита у нас последний по классике. Господа, вашему вниманию, собственно, молодежь. То есть те, кто только... Сколько вы там осилили? Четыре первых урока, правильно? Поехали! Марин, возьмешь сама микрофончик или тебе поставить? Как? Давай, ты уже взрослая. Бери. Марина! Со своими опусами последние недели. Здравствуйте всем. Привет. В прошлый раз я рассказывала о переписке на сайте знакомств. Сейчас я немножко сначала расскажу о некоторых первых свиданиях. Вот. Ну, один мужчина в начале свидания задал вопрос. Марина, ну зачем я тебе такой нужен? Ты же не будешь мне варить овсянку все утро? Ну, у меня вообще мультиварка с таймером. Ну, ладно. Потом он сказал, Марина, а зачем я тебе такой нужен? Ну, захочешь ты со мной чем-нибудь заняться? А меня нет, я уехал на рыбалку. И продолжал в том же духе. Зачем я тебе нужен? Ну, к концу свидания убедил. Не нужен. А другой товарищ, сидим мы с ним, пьем кофе в кафе. И я между делом заметила, ой, в этом кафе такой вкусный салатик оливье. Вот. Он сказал потрясающую фразу, вот может вы придумаете, что бы вы сказали? Нет? Нет вариантов.
сразу сказали. Не ставь меня в тупиковое положение. Он сказал, а ты чего, дома не поела? Вот. Также много на сайте товарищей со Средней Азии. Один написал такую фразу, мне очень понравилось. Он написал, Марина, я вам подарю 40 баранов и 4 верблюдов. Ну, это на сайте. А я ему ответила, ну, баранов не надо, тут их целый сайт, а верблюды давайте. Мы его на балкон поставим, тут он стоит и плюет на всех. Ну, он нашел-то мгновенно. Он написал, Марина, пишите адрес, куда присылать верблюда. А с одним товарищем из Средней Азии я даже сходила в кафе. В принципе, такой нормальный товарищ. В общем, ну, он мне даже понравился. Вот. И страну он мне свою показывал на картинках, на фотках. Ну, вот какой-то таджики или узбеки, в принципе, страна его мне понравилась. И дети его мне понравились, тоже фото показывали. И жена его мне понравилась, с ней он по скайпу все время общался. Чем очень удивляет, насколько товарищей есть неприхотливые на сайте, которые пишут, познакомлюсь с девушкой или парнем, или парой. Ну, кто откликнется? Вот, и теперь просто шутки. Так как в нашем городе одна из самых актуальных тем – это транспорт, поэтому у меня все шутки будут про автобусы, троллейбусы и так далее. Автобуса очень долго не было, но я почти успела на вокзал. Жаль, поезд ушел. Я ехала в лес за подснежниками, но автобус так долго тащился по пробкам, что я даже порадовалась. Еще чуть медленнее, я наберу грибов. Какие будут? Ну, сморчков реально, да, можно с подснежниками. Сарказм. Ну, имелись в виду, конечно, что мы будем ехать до осени. Однажды я заболела в ожидании автобуса на морозе, вызвала врача, никак не дождусь. Звонит врач и говорит, что ждет автобуса. Приятель однажды тоже так долго ждал автобуса, что замерз и заболел. Ему позвонила теща, что собирается к нему в гости. И он сказал, что к нему можно добраться только на автобусе. Ждала автобус до посинения, в последний момент пришлось вызвать такси. Кстати, сюда ехала в прошлый раз. Мне кажется, что таксисты скидываются и платят водителям автобусом, чтобы те ездили реже. Но во всем нужно видеть позитив. Когда очень долго нет автобуса, можно классно потренировать зрение, вглядываясь в номера проходящих автобусов, ну и обычную зарядку сделать. Сказать, что троллейбус пришел грязный, ничего не сказать. Пол не мыли со времен ледового побоища. Но, учитывая то, как медленно он ехал, то подумалось, что если на полу посадить редиску, то к концу маршрута можно будет собирать урожай. Когда автобус через все пробки подползал к нужной остановке, я поняла, что за это время ну, точно долетела бы до Парижа. Долго не было троллейбуса, потом пришли 4 подряд. В советское время в таких случаях шутили, что водители забивают козла. Играют в домино, если кто не знает. Сейчас эта игра не популярна. Неужели групповой секс? Или все-таки старый добрый преферанс? Поездка на некоторых маршрутках как секс без любви. И долго, и ритмично, и маршрут верный, а повторить не хочется. Поезд ехал во Владивосток так медленно, что пассажиры начали создавать семьи и заводить детей. Вот. Ну и напоследок я хочу сказать, ну, такое у меня наблюдение появилось. Я вот сколько? С 25 апреля я учусь. Ну, у меня высшее красный диплом политеха. Ну, проблем там с высшей математикой, физикой у меня не было никогда. Чуть потруднее было с гуманитарными науками, но история КПСС, все это там прошло, опять, все сдалось. А тут вот, а 3 дня иногда не могу осилить домашнее задание. Ну никак. И я поняла, в чем дело. Ребята, юмор – это вам не высшая математика. Тут думать нужно. Молодец. Это вам не высшая математика. Ты мне напомнила мою молодость. Я умудрился историю КПСС еще сдавать на вступительных экзаменах в театралку, а не справа был экзамен по истории КПСС.
принимал ее ректором театрального института в советское время. Был препод по истории КПСС, а не, блин, режиссер какой-нибудь или актер. Это нормальный чувак, который преподавал историю КПСС, он был, естественно, ректором театрального института. Я ему сдавал экзамен. А у меня была такая лажа на третьем туре. Я забыл реквизит и чуть не слетел. Да? Там нужен был свисток, короче, на показ этюдов. Я их вот нахрен забыл. Очень сильно звездюлей получил. Но меня все равно пропустили, сказали, ладно, хрен с тобой, иди дальше. Я пошел сдавать историю КПСС, сдаю ему экзамен про какое-то танковое сражение там где-то, Великая Отечественная война, я что-то долго бубнил, всякую херню, бубнил, он на меня смотрел, потом говорит, блин, свисток принес? Я говорю, да, а у меня в кармане был свисток. Я его на всякий случай вообще тупо за собой таскал. Я ему, он 4 балла, иди. Так что вот что такое, да, собственно, все-таки хоть он и история КПСС, но он ректор театрального института. А, так, ну и финальный выход. Никита, 3 минуты, поехали. Это ты завис там где-то, что-то. Завис, говорит, я специально завис. Спасибо. Я, конечно, не Миша Сайт танцевать не буду. Я немножко другой. Вот буквально на работе подслушал. Стою на посту, мимо идет, значит, парочка, я слышу разговор. Девушка говорит, а я сегодня на такси ездила. Я говорю, ну и она, парень отвечает, ну и как она тебя выдержала? Объявление. Всегда пьяные грузчики раздербанят вашу мебель по высшему классу. Уроним пианино с любого этажа. Гарантировано отбитие углов у мебели. Царапины на полировке любой формы. Потеряем ножки от стола за 5 минут. Бьющиеся предметы разгружаем с особым цинизмом. Для постоянных клиентов специальное предложение. Протолкнем в дверной проем мебель любой конфигурации. Еще объявление. За 10 тысяч рублей мы в костюмах врачей приедем к вам домой и заберем вас с подозрением на коронавирус от первой жены. И отвезем ко второй до 14 дней. А затем привезем обратно. Тоже можно сказать, стою на посту, а сзади меня, вот у нас один из постов, а сзади меня, значит, аптечный киоск. Я случайно обратил внимание. Шампунь, значит. Выставим там эти всякие лекарства. Шампунь лечебный. Название меня убило наповал. Бодяга! Мне, честно говоря, не хочется это покупать. Что-то намешано. Будет ли польза от этого шампуня, мне неизвестно. Это мази есть. Не знаю. Синяки удаляют. Наверное. Тоже в аптеке ценник. Умная эмаль. Средство против США. Интересно, и что? Намажешься, и что, Америка сдохнет? Еще убойный просто ценник. Трусы и стринги. Цена за килограмм. Не, непонятно. Впервые слышу, что трусы на вес продавали. А вот тоже мы удивляемся, откуда у нас вот что нет нормальных, говорят, мужиков. А что вы хотите? В магазине вот видел своими глазами. Гей-фрукт. Это ты чего? Вы сожрешь и станешь геем? Мне непонятно. Нет, не надо жрать. Вот тоже говорят, что вот когда я учился, вот капитан рассказывал про свою, так сказать, театрал, такой, а я учился, значит, в одном забытом богом, не скажу, в каком заведении, и у нас историю преподавала, вот то есть и питерские знают, наверное, кто такая Людмила Борисовна Нарусова. Знаем. Жена Собчака. Она все всем девчонкам говорила, вот вы хотите замуж только за миллионеров.
Вот почему, наверное, мы с капитаном и не женаты. Мне очень нравится эта твоя мысль, вообще параллели, логичность твоего вывода меня просто поражает. Молодец. Я не миллионер, капитан, но мы тоже не миллионер. Поэтому за нас никто и не пошел. Да. Вы еще пожалеетесь. Никита, у нас еще есть шанс, да. Гриша, ну ты даешь, блин. Я к чему говорю? Я, кстати, тоже подумал, что вы не вышли замуж за миллионера. Хочешь ребенка от звезды? Вот, девушки, хотите ребенка от звезды? Нет. В магазине продается Штефи беременная. Хотите ребенка от звезды? Вот. Ну, наша уже готовы. Уже она беременная. Не твоя, правда? Ну вот. И напоследок такое, знаете, маленький огород, камень в огород, известного всем бесконечного товарища. Чего? Ну, бесконечный наш президент, который никогда не кончится. Вот всенародная любовь к нему. Гамбургер назвали Владимир. Владимир. Больше ничего нет. Владимир. В честь Путина. Все, спасибо. О, Никита на этот раз в политику полез. Прям. Вот да, Никита, поэтому мы с тобой и твоим богом за заведение, наверное, забыто, потому что там Нарусова преподавал. Именно поэтому оно им и забыто. Ну, хотя она умная женщина, на самом деле, не поспоришь. Я эту эпоху помню. Мне очень понравилась одна ситуация. Я в то время работал на телевидении, на 36-м канале. Приехали, значит, в СКК была встреча Собчака с народом, когда он пытался переизбраться и проиграл Яковлеву. Яковлев, я туда с камеры, с съемочной бригады приехал, я как режиссер, у меня был оператор, там все это говнотень, я с микрофона ходил, все подходят к СКК, все там лезут с микрофонами, и пришел Собчак, что идет Собчак, а какая-то девочка, не-не-не, распишитесь мне. И мне очень его реакция понравилась. Он так берет, о, так у тебя Нагиев расписался. Ну, блин, после него мне прям... То есть Собчак был далеко не дурак, и я не уверен, правильно ли, что избрали Яковлева, конечно. То есть с Собчаком примерно такая же ситуация, как с Путиным, в принципе. Просто переизбрать Собчака было просто, а Владимира Владимировича не так просто, да? А в принципе... Царя не переизбрать. Да, царя сложно переизбрать. Это они примерно в одном поле люди, на одном уровне, одного интеллекта. Не зря он говорит, что Собчак это его учитель, да? Короче, нахрен политику, ребят. Аплодисменты всем, потому что сегодня мы будем считать выпускной экзамен. По этому поводу я даже решил всех пьющих и не пьющих слегка угостить шампусиком всех, кто есть в этом зале. А пока маленькая его принесет, я попрошу сюда. Не бухать сейчас сначала, принесут шампанское. Девчонки, все, кто сегодня выступал, идите сюда, сфоткаемся. Все ребята, кто выступал сегодня на поляне, сфоткаемся, чтобы этот день запечатлеть. Я сейчас свою трубу со штатива сниму и попрошу кого-нибудь сфотографировать. Идите сюда, Игорь, иди сюда. Я не люблю фотографироваться. Это никого не интересует. Ты в массажный салон сказала, больше не пойдешь. Не пойду. Надя, разберитесь там со своей подругой. Так, ребят, как-нибудь это кучнее. Гриша, иди. Блин, погода как не фотографируется. Вот кружочек. Много. Да, я там очков протру. Ну как кучнее сделайте, если что-то. Слушайте, вы же юмористы, ну как тут? А мы же себя. Кто? Кто? Поближе. Телефон с протертым. Лапочка. Чтобы все влезли. Ты меня закрываешь. 3-4 все. Закрываешь. Давай. Чиз надо. Давай. Чиз. 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 3-4. Чиз. Почему-то капитаново лицо не распознается. Все, готов.
Это мой телефон. Он у тебя обиделся. Тихо. Сейчас я проверю, что там Гриша наклацал. А я на подстраховку. А что так надо? Гриша! У меня много. Моргай. Ой, ты еще здесь? Нормально. Все, хорошо. Ребят, хорошо, по шампусику. А, ребят, возьмите бокалы, те, кто вы, которые сегодня финалились, пошли туда в шкаф, зайдем. Пошли в шкаф. Сейчас, да? Подожди секунду. Давай, а я остальные музыку включу пока. Диплом выручать будет? Вот не, пока побеседуем. Да, я шампанское. Мы пьем шампанское. А сегодня эти не пришли. Первое. Первое. Ребят, здорово.